судя по всему, замазала не только Боруссия. Начал хорошо, и два шага уже зачем допускает. Лишние десятые теряются здесь. Успокаивайся. Ой-ой-ой-ой-ой, вроде бы хорошо, но ногами задел пол, да. Это большая ошибка. До полубалла здесь могут судьи сбавить. Не могут, а скорее всего сбавят, потому что звук был достаточно громкий. А как хорошо ты дальше все сделал, да? Ну вот все остальное делал. Да, и понимает прекрасно, что заметна была эта грубейшая ошибка. Удар об пол, обмат. Ну он счастливый. Имин, давай это сейчас разделим я с ним. Ну конечно, ну что, не вечер. Иван. Никитушка. Анатолий Исаакович сейчас на бок чуть не упал, да, чтобы Никита вытащил стойку. Ну ты чтобы сам за него вытащил. Тяжело работает на горной. Ну, устал, конечно. Как, сколько сил, я не представляю, он потерял на том элементе на одной жерди. Ну, удержал. Удержал, да, не расслабился, дорогого стоит. И дальше всю комбинацию невероятно тяжело будет работать сейчас. Но он этого не показывает, что очень важно. Он не показывает, он уже спокойно делает то, что он здорово делает. Здесь все на технике уже пошло. Ну, вот он, ловите его. Но... Это, конечно, не прыжок, как он выполнил, но тоже очень ничего. За тот выход и вот этот дожим или какой-то регулировка. Попытку это, вытащить, да, эту стойку, да, это получит много сбавок. Ошибка, да, ну, в общем-то, от начала до конца 0, да, за 6,4, тоже 6,4, возможно, трудность. Но на пару десятых ниже, чем у Белявского Давида. Его он, я думаю, что... Давид Белявский, следующий, Екатеринбург и Воткинск. Та же, как представляет, ворот под жертвенным поворотом. Вот это легкость, то, как нужно исполнять эти элементы. Пример. С подъемом махом поворот Диамидовский на 360, еще один прыжок в обе руки, здорово. Ой, как здорово. Шикарно. Элемент Бафсар. Перелет. Хомо в стойку. Элегантное исполнение, конечно. Супер не добавить. Остается уже со скотчем практически. И приземление будет играть решающую роль. Молодец, Давид. Белявский, молодец. Почти, Давид. Почти безошибочно всю комбинацию супер провел. Как же нам с вами везет, что мы успеваем увидеть такую классную работу. Когда Имин комментирует, я просто...